спорті завжди працює не один тренер окремо, їх декілька, і ми вміємо з чоловіком це робити. Я хотіла стати олімпійським чемпіоном, але стала майстер спорту і мамою. Закінчили ми університет викладачами, але винуждені були перейти ж в бізнес. Треба було чи дитину ростити, чи стріляти. Який би грант отримати до ресурсів організаціям, які опинилися у загрозливому стані через ковід? Теж прогноз. Необхідна підтримка. От зараз 70 метрів стріляють, а десятка розміром, ну, приблизно яблуко. Тобто 70 метрів. Щоб так стріляти, як ви, он, смотрите. Я там подсматриваю всегда, что там происходит с перышками, с хвостиками, какая сейчас тенденция, куда там сантиметр вправо, сантиметр влево. Фиолок собрала его здесь, растянула, поставила так, как любуюсь. Говорю, тут выходит сыночка, а ну ждай, растяну. Ну, думаю, да, я тоже там сделаю вид, что я стрелок, а я не смог бы натянуть тетиву. Я говорю, мама, ну это же ерунда, ну какая стрельба из лука? А я мама обожаю. Мне говорит, это классно. Там Родион есть спортсмен, я говорю, а тебе там не интересно там баскетбол, футбол там поиграть? Я же знаю, он в 8 классе учится, там соревнования, самое то время. Он говорит, да не, мне вообще не нравится. Вот стрельба из лука это мое. Не спеши, додавливай его. Звук был красивый, не помешал ничему. И полетела мимо на 2 часа. Я им всем кажу, выходите сюда тренироваться, чтобы я могла выходить из олимпийского чемпиона. Вы все для меня олимпийские чемпионы. Я жду того Родиона, который стрелял. Ты должен понять сначала, а потом физику сделать. У тебя сейчас идет набор всего, чего ты не должен делать, ты делаешь. Ну, просто каждый раз по-разному. Вот сядь, пойми сначала, а потом работай. Ты там с Яриком сзади? Да. Это как садятся, да? Будем ждать. Все, пока. Пристегиваемся. Змагання всеукраїнські серйозні. Тому настрой бойовий. Бойовий. Діти просто повинні показати, чому ми їх навчили. На що і зараз навчили. Готові. Треба придумати гімн клуба. Клуба. Ви замахнулись так далеко. Ні, може, спочатку потом... Может быть, для начала для клуба нужно название. Да, между прочим, недавно на тренировке Маша с такой идеей тоже выходила и начала, да, что-то там... Девиз ты сочинила, но сочинила целые всего одну строчку. Говорю, давай продолжим. А где мы будем петь этот гимн? Как в дороге. Как где? Выиграли Сталина на рождение и заспевала. И заспевала. Там все будут в шоке. Ты посмотри, ни у кого такого нет. Это что, первая зачетная или нет? Да. Да? Как ты думаешь, Родион попадет в мишень? Конечно. Нормально. Не робей ни грамма. Зацепил тетиву и дотронулся до подбородка плотненько. Полностью положил свой указательный палец в подбородок. Дорогенька, иди сюда. Что ты попал? А? Что ты попал? 104 в итоге. Красавчик, рекорд, рекорд, рекорд. Поздравляю тебя с первой зачет. Рудик, ты, Рудик, ты в мишени, я тебя поздравляю. Молодец.
молодець, справляється. При цих поправки пішла діла. Молодець. Как это ты не поняла, где стрела? Не увидела. Девяточки там где-то. Да, восьмерочка. Короче, ты не держишь тело. Вот твое тело сейчас как твои губы, хорошо? Угу. Надо научиться себя дисциплинировать. В корпусе дисциплинировать, в психологическом плане дисциплинировать. Все это собрать вместе, выдержать и сделать правильный выстрел. А что страшно? Я понял. Ты спортсмен, че так вот, погулять вышел? Что он такое? Ты не понимаешь. Он стреляет 10-10-9, он стреляет... Объясни мне уже, их тут сколько? Ты всех будешь сканировать? Да. Все дети хотят попасть в цель, однозначно хотят. Прикладываем большое усилие объяснить, что без труда, без именно техники, без вот той подготовки длительной, они не попадут в эту цель. Случайность может произойти, но такая вот постоянная пораженная цель для достижения именно вот высоких результатов – это работа, труд и всегда одинаково подход. Ну, то есть это учеба приличная. Метод кнута и пряника. Как, да, ты нормально стреляешь, тогда, ну, ты молодец, ты... Она хвалит. А когда ненормально, тогда даже угрожает иногда выгнать. Ну, да, у меня да, такое было. Да, ее вообще выгнали один раз. Это правильно сделали. Да. Я же выгнала не из-за того, что плохо стреляли, а что мы вообще делали? Ничего. У меня всегда была мысль посадить детей, повести их между соревнованиями, показать то, что мы раньше не видели. Нам три, пожалуйста. Я отношусь к высоте очень спокойно. Работаем над собой без паники, да. Мария. Все. Любую фобию можно перебороть. Не, я боюсь завтра не выиграть. Вот это я боюсь. Посмотрите на дрифт. Вам день понравился сегодняшний? Да. Ну, если не думать об усталости. До КМС не дотянула. Нет. Ну, первый разряд выбрал? Да, примерно, ну, да. Ну, вот ты первый разряд выбрал, он, у тебя же не было первого. Маша вообще... Подтвердила, хорошая стабильность. Умничка, да. Поэтому сегодня просто, ну, все молодцы. Родик, я же тебе говорю, что аккумулируй все свои силы, доставай со всех шуфляр, со всех закромов своих. Я хотел хотя бы какое-то место, хотя бы третье. О, хорошо ты хотел. Хотел. Для этого, Родик, при колясике не надо вытворять. Да, бороться ж ты ж знаешь, что можно. Пульнул. Что? Буквально щелчок вверх может быть. С этой минуты начинаем описывать только самые лучшие выстрелы. И запоминать, понял? И культивировать их, приумножать. Все. Мы не делаем плохих выстрелов. Хорошо. Стрельба из лука – это не только спорт в смысле усилия. Это еще и психология, можно сказать. Потому что... Что-то не так, уже рука может дернуться незначительно, на пару миллиметров, и все. И ты уже не в мишени. Что такое? Потерпеть и це ти приїхав, подарив черновцам свою эту, проход далі. А Запорожжя должно сидіти пасти задніх, тому що дуже хотілося.
рука сильно дернулась и попала стрела в чужую мишень. Жизнь на этом не кончается. И все будет хорошо. Из тренировки, я надеюсь, меня не будет. Так, не расслабляться. Еще как минимум час. Молодец. Ой, Маша присела, что-то там меняла. Один попал, напором. Там тоже идет же психологически еще друг на друга давление. Можно вот так выйти, задавить и пойти. Хай борются, молодцы, ну не нужда. Нет, так это вот это борьба, вот это не 6-5. После такого первое место, блин. Подарила, короче. Да нет, это не подарила, это боролась. Ну тут борьба матчасти. Еще была колоссальная. Сейчас у нас было 5-3, и нам добавили по одному очку, и получилось 6-4. Хоть не на 30-м месте, а на 4-м. Так, что, детки, с Богом, да? Мы едем додому через Макдональдс, правильно? Да. Ты сделала все, что могла? Да. Ильшова, не могла чуть-чуть побольше, не? Могла. Есть куда расти? Конечно. Будем расти? Конечно. А ты, спортик? Мне сказали, что у меня очень хорошие плечи и лук. У вас не было опыта соревновательного. Вы еще до сих пор не понимаете, что вы спортом занимаетесь. Где-то вот да, у вас еще какое-то такое... Какое-то такое состояние игрушечное, да? Ну, скорее, состояние мандража, когда стреляешь, а когда болеешь, вообще... А болеешь, входила в нашу программу? Да, конечно. Да? Хорошо, в следующий раз туристом едешь. А я чемпион, можно? Маша, вам всем можно быть чемпионом. Мені здається, треба бути в цьому спорті, це саме головне. А може бути поразка і перемоги, це все користь.